приветствую вас, друзья. Точнее, даже наши зрители, которые так долго ждали очередной влог. Летом не получалось снимать, плотный график соревнований, мероприятий различных, мастер-классов. Достаточно много я провел за сжатые сроки. Поэтому спортивный сезон закончился, и время, соответственно, для съемок влога, который так всем нравится, появилось. Чем мы будем заниматься опять в межсезонье. Сегодня я сижу на пассажирском месте не случайно. Артем, знакомьтесь. Всем привет. Наш новый коллега, товарищ по рыбалке, начинающий спортсмен, с которым мы сегодня направляемся в город. Сейчас подъезжаем уже в город Коломна. От Коломны еще, наверное, километров 30. Подмосковный город Озера называется. Где будет проходить турнир рыболов-триатлон. Такой формат интересный предложил Марат Деев. Это организатор клуба ВПР, времяпровождения рыбалки. Формат этот пришел к нему в голову, как бы откуда-то я не знаю, если честно. Но проговаривали все это вместе и решили соединить в одном турнире три дисциплины, которые на сегодняшний день там самые актуальные. То есть это поплавок, спиннинг и фидер. И по регистрации уже стало понятно, что фидер как бы впереди планеты всей. На сегодняшний день даже среди любителей турнир этот любительский. По-моему, спортсменов по фидеру около 80 зарегистрировано. То есть там порядка 120-130 человек. Остальные это поплавок в перемешку там со спиннингом. Формат, значит, следующий. То есть командный зачет. Команда состоит из трех человек. Это один поплавочник, один спиннингист и третий человек с фидером. Вот, поэтому как бы в командном зачете будут очень классные призы, в личке не менее классные. Бам-бам. Личный зачет также будет учитываться и спиннинговой номинации, и поплавочной номинации, и фидерной номинации. Призы просто чумовые, Марат, как всегда, опять постарался, много спонсоров подключил, то есть там и база отдыха, и лодка, там что-то как бы такое колоссальное количество призов. Погода сегодня не самая вообще рульная, такое ощущение, что это туманный Альбион, Великобритания. Туман сильный, влажность 9 градусов, сейчас вот в Коломну въезжаем. Водоем это значит карьер. Карьер, говорят, что как бы очень глубокий, соответственно, формат ловли в карьере мало кому известен, поэтому рыбалка будет точно непростая. Я там буду присутствовать вне зачета, то есть я буду ловить и, соответственно, пытаться разбираться с этим водоемом. После чего, соответственно, после соревнований тех, у кого не получилось хорошо выступить, наверняка захотят узнать информацию о этом водоеме, как бы, какие ключи к нему надо было подбирать, как надо было ловить и что именно работало. Этим я и буду делиться в конце турнира. Вот. О водоеме как бы информация есть такая, что этот водоем очень сильно был испорчен браконьерами, грубо говоря, сетями на весь перемели. И местное управление, соответственно, города Озеры взяло под шефство этот водоем. Его привели в порядок, берега почистили. И запускали рыбу, говорят, что вроде как бы карасей туда запускали, подлещиков, что-то в этом духе. Вот. Те, кто там потренировался уже из тех, кто живет поближе, говорят, что подлещик вроде ловился не крупный, довольно-таки неплохо. Глубины большие, порядка 8 метров, по-моему, есть. Вот. Равнозначный зон, скорее всего, не получится сделать, поэтому каждому спортсмену придется что-то там выкручивать, придумывать. Вот. По рейтингу, как бы, по регистрации видно, что зарегистрировались и некоторые профессионалы, и любители. То есть, как бы, турнир не имеет ограничений, поэтому бой будет очень интересный. На самом деле, хотелось, чтобы выиграла команда любителей, нежели там команда профессионалов. Но что будет дальше происходить, соответственно, мы двигаемся. Вы скоро увидите. I'm
что, друзья, мы уже как бы разложились, соответственно, промер дна говорит о том, что это карьер. Карьер – это водоем не самый простой для фидерной рыбалки. То есть рельеф тут вообще просто вот такой вот космический. То есть там левее-правее, глубина может быть. То есть я там бросал перед собой все время по прямой. На 50 метрах, короче, груз падал на 3, потом был пупок 2, как бы пупок весь в ракушках. То есть если прицепиться просто к рельефу, то эта ракушка находится наверху. То есть, грубо говоря, если просто к структуре цепляться, то можно просто сидеть на этой макушке, как бы вообще ничего не поймать. Соответственно, пупок это перевалил, как бы вышел напрямую такую дорогу, которая всегда стучала на счет 2. Просто песчаная полоса, больше нет ничего. И на дистанции 15 метров с этой глубины 2 метра такая офигенная канава, по сути, прям практически под ногами. Одна из точек как раз это вот эти 15 метров, потому что, скорее всего, водоем как бы такой незапрессованный, рядом вот дома какие-то, наверняка кто-то приходит, ловит, там макароны накидали, еще что-то. Наверняка рыба ходит, кормится вот этими тропинками. Как. Ну и первые рыбы были пойманы подлещик, который, судя по итогам, как бы турнир уже половина прошло, то есть 2 часа подлещика ни у кого нету, я как раз поймал подлещика именно вот на этой дистанции короткой. Плотва, по-моему, с 32 еще метров. Это как раз вот этот пупок, который у меня посередине вот такой. За него, перед ним, короче, вот везде там 3,5 и 4 падает маркер. И вот, то есть, короче, бей вокруг этого пупка и лови, короче. Либо вот просто на аэродроме бесполезном, на котором, по сути, нет ничего. Поэтому любители там выбирают разные дистанции, кормушки там страшные, а рыбалка, по сути, очень деликатная. То есть там крючочек очень-очень легкий, 18 размера, один мотылик, и тогда вот берег попадается. То есть у меня 3 плотвы уже поймал. Рыбалка вообще просто космическая, как бы позаниматься по сравнению с нашей Нижней Москвой рекой или Марина, рыбалка чумовая, сложная, как бы вот эта деликатность, конечно, заставляет дофига что думать. Подрезки всякие, то есть сначала она что-то рулила, эта подрезка, что-то уже не рулит. Мотыля постоянно добавлять, прибегает окунь. Но окунь даже для любителей практически счастье. Я попробовал его половить на проводочку, вроде реагирует. 3-4 поймал, и на этом закончилась, короче, точка. Надо опять начинать там с 30-ку, короче, ковырять. Ну, так сидим, выкручиваемся, вымучиваемся. Организаторы на лодочках плавают, снимают всех на фото. Движуха реально колоссальная. Спиннингистов большое количество, поплавочников мало, фидеристов тоже много. В итоге порядка что-то 170 человек, по-моему, сказали, да, зарегистрировали. Mm. Короче, народу просто немерено на такой водоем. Он не самый большой, наверное, ну и не маленький, конечно. Но ситуация у всех сложная. Женек там наш сидит, ловит, говорит, что ноль у него красивый такой, ровный ноль. Вот, пытается там со структурами разбираться, и наверняка вот ошибка будет лево-право, вот он не любит как бы промеряться, а вот здесь вот это очень важно. То есть вот я кидал там все время 3-3-3-3, вправо уходишь, уже 4,5 падает. Ну как бы сидим, выкручиваемся, что из этого получится, дальше увидите. .009 поставили, укоротили его, и крючочек потяжелее, проволока какая-нибудь 37-я. Он будет падать, то есть сначала крючок падает, а потом за ним эта тонкая леска будет опускаться. То есть он будет выполнять функцию якоря. Сергей, вопрос по поводу бисерной резины. Монтажи уже вязали, правильно, я так понял? Да. Ну, связано. Немножко пропустил вот этот момент. Опять же, к тебе обращался, да, за советом, какую резину брать? Ты говорил непосредственно 19 номер, правильно? Да. Бисерная резина, да. То есть это черная. И диаметр 0,06. Потому и желательно, я был уверен, чтобы она только 0,06. И желательно, чтобы она выглядела как леска, правильно? Да. Все же делают всякие скруточки для отвода. Ну, да. Так зачем скрутка, когда у тебя здесь резинка? Вот монтаж, вот плетенка, да. Соединяется с резинкой, без всяких петель. Вот эти вот петли, куча узлов, они не нужны в монтаже. Чем больше узлов и петель, тем вот больше шансов все будет. Поэтому я за минимализм, я убираю, все вообще не нужно. В отводе бисер не нужен, убрал. Плюс сжал просто, все классно, не нужен здесь. Хотя можно его сюда поставить, но зачем? Надо все минимализировать, все убрать. Как вы сказали, какая-то рыбалка бюджетная, вот бюджетная, бисер нафиг. Будем экономить даже на бисере. А здесь получается у нас... Резинка выполняет функционал. Помимо того, что она предотвращает обрывы как бы всех поводков, она и выполняет вот этот отвод, который делает скрутку.
Я не раз видел, и сегодня ко мне подходили. А где скрутка? Плетня соединяется с монкой, там идет скрутка, ниже кормушки как бы свисывает. После скрутки уже идет резинка еще. Это что за паровоз счастья? Что он дает? Резинка и есть ваша, вот, вот. Плюс эта резинка, она не боится вот этих стираний. Вот она 40-рублевая, но она не боится вот этого всего. Края здесь вот идеально обработаны, кормушки дешевые, там торчит провод. Она реально не боится свободы переноса. Заставлять ее клевать, как бы здесь приходилось, прям реально заставлять. Она есть в точке, и она у вас у всех наверняка была. Но заставлять ее есть надо. Ей нравилась вот эта анимация, подыгрывать дальше. И искать вот сейчас вот эти вот кратеры. Вот такая вот чашка, и вот в нее кидаешь, влево-вправо ветром сдувает, нету. В этой чашке ловишь, пожалуйста. Попадаешь точно, плюс это стоячий водоем. Метр влево, метр вправо, это уже. Он вот так вот летит, но вот этот объем к этому грузу, он очень большой, он притормаживает. То есть вот эту кормушку выл вбить не получится по сравнению там с какой-нибудь. Наверное, таких уже не осталось. И по сравнению вот с такой только большой. Механику постоянно контролируют. У нас сусасовские корма, чем они и дороги, и дороги. Тем, что они удерживают ту влагу, которую вы им дали. Просто приехать на рыбалку, я считаю, не нужно. Приехать на рыбалку потратить на бензин 500 рублей, на мотыля 500 рублей. Это я сейчас так очень экономно считаю, да. Экономная же рыбалка. Бензин 500, мотыль 500, опарыш пусть будет 200, да. Хотя там надо, если он работает резный, там литр улетает за 5 часов, как нафиг делать. Вот уже 1200. Сил, еда, чай, жена, скандал. И корм за 100 рублей. Вот как? И тут ты вот нашел, в чем сэкономить, представляешь? Этого обязательно тоже пробить, если есть как-то. Продается вот такая коробочка, в этой коробочке вот такой сито. Налили воды, положили это сито. Все вот эти парни, которым давно уже нехорошо, они останутся сверху. Выкинули. Каждый раз, как вы залазите за мотылем, вы будете брать самого классного мотыля. Друзья, вот так прошел сегодня день. Весело, полезно, продуктивно. Надеюсь, вам понравилось. Ждите очередных влогов. Сезон рыболовный, зимний, фидерный. У меня только начинается, время будет побольше. Соответственно, влоги буду записывать уже непосредственно с водоемов, либо с подобных мероприятий, на которые я езжу практически каждый выходной. До встречи.
размер чок влияет на шлёп? Размер кого? Щёк. Щёк?